Всем привет! Так, я, значит, остановился у нас, получается, здесь, у Квасира. Продвигайте операцию ваших союзников, чтобы возобновить проект Кинжала и уничтожить генерала Кросса, да? Понятно. Так, так и неизвестные локации, заедем на них. Так, ракет нет, пушки мало патронов. Ну, в пулемете еще есть. Блин. Да не говори так, что я застрял. Охренеть, да ладно, я застрял на деревьях. Обалдеть, я думал, все, застрял, короче. Так, 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 что-то у меня здесь сработал. Датчик на что-то. Не сюда, скорее всего здесь что-то. Ага. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Заначка. Отлично. Системы активируются. Так, ладно, поехали дальше. Слушай, Лили, я тут вижу что-то очень стрёмное. Ну, привыкай, это тебе не видно. Где стрёмно, туда не лезь без подготовки. Блин, не достаю, а вот наверх достал, блин. Желаю удачи.
Отдыхай. Что это такое? Животное какое-то. Кто здесь еще? Ага, вон. Клон Таркин какой-то. Походу это свой. Так, а мы ищем. Заначки. Датапад ищем. Отлично. Наверное, вверх надо подняться. Ага, вот последнего. О, контейнер, вон. Датапад. Все. Локация пройдена. Че, попробуем спрыгнуть? Что-то мигает. Что-то мигало. А, о. Ну, пушка для пушки, снаряд. Так, что-то еще есть. Ага. Так. Все, вот теперь точно основательно локацию прошел. Так, вот сюда заедем. Системы активируются. Да ё-моё, опять что застрял? Я прям в этих деревьях что-то постоянно застреваю. Включен режим ожидания. Охренеть, блин. Чё мне сегодня? Я остаюсь без тачки. Скорее, ладно, пешочком сейчас добежим. Прям сократим, кстати, сейчас прям путь сократим по речке. Я уж практически прибежал. 280 метров осталось. Перестрелка, походу.
Вот, сразу радар что-то начал работать у меня. Значит, я на правильном пути. Давай, 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 залази. Так. Тачка есть, это хорошо. Замечена разумная форма жизни. Модификация оружия. Так. Контейнер, да, где-то должен быть. Наверное, наверху. Нет, наверху нет. О! Значит, скорее всего, внизу. Да полюбас внизу, я прям уверен. Странно, нету. Ага, вот он. Все, локация еще одна пройдена. Теперь мы, наверное, заедем в метеорит, к метеориту. Фильтрицы берем. Ёп, нифига наш парит, блин. Тачка, конечно, гонит очень быстро. Так, опять не туда поехал. Вот на поворотах хорошо вот нейтро это нажимать. Прям выравнивает. Мне вот сюда надо. Пулеметов у меня нету. Придется давить. Лили, как-то мне тут не по себе. Так сказала бы мама. Рейнджер должен заранее оценить установку и продвигаться лишь хорошо подготовившись. Сейчас будем. Вот и все. А я и снаряды как летят, блин. Да, я все способности прокачал, у меня теперь он по сколько фильтрита, по 686, по 740. Это то, что способности прокачал, увеличивает добычу фильтрита, там, по-моему, как так называется. Так. Прыгаем в тачку.
Так, здесь ковчег. Здесь узкий проход какой-то. Нет, экосфера топи сюда вот заедем. Надо будет тачку отвезти в лагуну. Мне дадут запчасти на мою тачку тогда, если я вот эту тачку отвезу им. На базу привезу. Да, и вот здесь вот где-то сундучок надо один найти, я не собрал, не нашел. Где-то на этой ракете он. Так, а это что? Вот он, походу я его сразу же и нашел. Либо я уже его открывал, либо я нашел. Да, офигеть, я нашел с первого раза, случайно вообще. Отлично, прыгаем, быстренько в тачку идем. Так. Ну еще ковчег полной трубы. Заедем сюда, найдем два контейнера. Ой. Я забыл, что нитро вперед действует. Ух ты, огнеметчики. Блин, сейчас опять куда-нибудь зайдем. Блин, вот единственный минус, зараза. Это деревья на это, в этой игре, блин, это самый геморрой. Если заехал в эти деревья, все, ты выйдешь, блин, стой. Да и локация вот эта топи, блин, мне что-то не особо нравится. Кругом одни болота, деревья непроходимые, блин. Так, 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 у меня что-то сработало. У меня на что-то, что-то, скорее всего, филтрит. Где-то, а. Не филтрит. Разведчик. Я прям слышу, где он. Где-то справа. Ага, вот он. Так, еще что-то. Ну-ка, что у тебя внутри? Ага. Все. Так, хорошо бы теперь тачечку найти, где она. Вон там, по-моему, да, вон.
Эх, вот я не понял, как я вот, блин, баг игры, что ли, да, походу. В воде нет ничего, а я почему-то врезаюсь. И вот единственный минус игры. Так. Я приехал. Тачку здесь оставлю. Сразу же нашел. Уже по звуку определяю шипение разведчика этого. Так, что у нас здесь? У нас здесь два контейнера надо найти. О, филтрит. Это открытый контейнер. О, нашел. О, еще один. И филтрит собрать осталось. Отлично. Можно уходить. Так, идем на тачку, к тачке своей. А, вот сюда вот еще заеду. Контейнер заберу. Я не нашел. Один контейнер. И все. Тачку повезем в лагуну. Так, деревья опять. Я сюда заехал. Нету. Я думал, может, будет. Нет, не здесь, а где-то здесь. Где-то здесь. Да, у меня вот. Датчик поднимается. Наверху, что ли? О, нашел. Все. Локацию прошел. Так, ну давай вот. Ликвидируем цели еще. Сначала вот эта цель. О, вот здесь вот. Улетел. Все, улетел. Все, зачистил. Тачку. И вот здесь зачистим вот это место. А
Ну, тут я не проеду вот так вот. Напрямик, я же проеду. О. Зачистил. Это кругами еще ездит. Так, ладно, возвращаемся в лагуну. Тачку отвезу заодно. Надо отсюда выехать как-то, блин, теперь. Воу, меня занесло, нифига себе. Погнали. Опа! По-моему, я подъезжаю уже. Да. Вон. Лагуна. Так, на что здесь у меня датчик сработал? У меня здесь на что-то датчик сработал. Только я не пойму, на что. Удалось найти доктора? Да, нашел. Доктор жив и здоров. Отлично. Ну, если тебе нужна работа, посмотри на доску объявлений. Окей. У меня прям очень сильно работает, я не пойму почему. Беспощадный Смега уже вознаградил тебя за веру! Я разнес Смега на кусочки. А? Что? О, этого не может быть! Смега бессмертен! Он вновь поднимется из тьмы, как недра самого болота! Вот увидишь! Понятно. Вот здесь у меня радар что-то срабатывает. О, прямо здесь.
Ага, датапад, потому что лежит здесь. Отлично. Так, еще вот здесь вот что-то. Что-то где-то рядом. Прям практически полное. Ну и как оно? Я про мутантов. Просто супер. Ну а ты что думаешь? Я? Я там еще не был. Но собираюсь. Скоро. Во, вот здесь прям. О, еще один датапад. Много их тут валяется. О, еще один. Проклятые кабаны заняли мост на северной дороге. Нужно, чтобы кто-то их оттуда вышиб, иначе я не смогу доставить товары. Мне плевать, как это будет сделано, лишь бы поскорее. Если пойло закончится, начнутся беспорядки. Что понадобится, обращайся. Выглядишь Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Так, сначала надо продать все. Лишнее надо продать. Хлам. Так, что мне надо купить? О, усилитель нанодритов. Мы всегда открыты. Хорошо. Так, у меня еще датчик срабатывает. Эх ты, девка, тебе до тебя плохо, да? О. Кому-то здесь плохо. Добро пожаловать, Лапуля. Приятно снова тебя видеть. Возвращайся. Нет ничего. Я уже могу вернуться в мою любимую мастерскую? Я прогнал их из твоей мастерской. Если я смогу продолжить работу, я найму стрелков, которые будут меня охранять. Спасибо, рейнджер. Так, вот что-то где-то рядом еще что-то лежит. Прямо здесь три палки. Две. Три. Две. Три. Я на правильном пути. Я поймаю индикатора, который откусил ему левую клешню. Я это сделаю. И никто меня не остановит. Теперь это наши горы. Индикаторы в них тоже. Ага, вон вижу. Отлично. Все нашел.